За 2012 на территорию, обслуживаемой Тираспольским УВД, было зарегистрировано 1587 преступлений. Это на 560 меньше, чем в позапрошлом году, говорили на совещании. При этом уточнили, что большая часть правонарушений была совершена безработными и ранее судимыми. Снизилась регистрация таких составов преступлений, как убийств, на одно меньше. В прошлом году 10, в этом 9. Изнасилований на 4 меньше. Грабежей на 22 меньше. Тяжких телесных повреждений на 11 меньше. Хищение имущества собственника. Если в прошлом году было зарегистрировано 302, то в 2011 году 523. То есть на 221 факт меньше. Особое внимание уделялось в минувшем году раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, вызвавших большой общественный резонанс. Согласно документам, были выявлены ряд грабежей, совершенные в Тирасполе жительницей Бендер. Женщина открыто похищала золотые украшения у несовершеннолетних. Также заслуженное возмездие получили и грабители магазинов, отметили на совещании. Раскрыт ряд разбойных нападений с применением оружия, совершенных группой лиц в отношении таких лиц, юридических лиц, как магазин «Космо», магазин «Талер», магазин «Финком» и ряд иных преступлений имущественного характера. Данные лица также были установлены и задержаны. Несмотря на положительную тенденцию к раскрытию преступлений, на подведении итогов говорили, что в этом году необходимо еще усилить некоторые направления работы. Среди них повышение качества выявления правонарушений, борьба с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, а также на совершенствовании профилактики преступлений. Александр Кожухарь, Юрий Прошичев, Первый Приднестровский телеканал.